Дзюба, который находится на первой, на ближней штанге. Обратите внимание, сыграл мяч, чтобы мяч его не прилетел. Опасно! И это... Пошел в чужую штрафную, навес Самедова в центр штрафной. Дзюба! Рука! Рука! Пенальти! Судья! Пенальти! И... Испания выходит вперед. Снова разбежался и пробил гол! Сборная Испании дорос наконец до уровня первой команды. Акинфеев, весь внимание, удар! Гол! И нет гола! Акинфеев берет! Сергей Игнашевич, дуэль и Давид де Хея, свисток, разбег, удар! Гол! Правый со своей будет атаковать, удар, четкий удар. Головин все понимает, разбегается, удар! Гол! Удар! И на этот раз точно 3-3. Левенцы переживают. Разбег! Гол! Гол! 4-3! 4-3 становится счет в пользу сборной России. Денис Черышев. Разбег Аспаса. Гол! Нет! 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 Это четвертый!